Студенты Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева одними из первых в регионе отметили юбилей государственных символов. В честь 25-летия казахстанского флага, герба и гимна молодежь устроила флешмоб. На университетской площади танцевали 80 человек, а также участники акции выстраивались в форме числа 25. Как мы знаем, 4 июня – это большой праздник, День государственных символов. Мы рады участвовать в этом мероприятии, с удовольствием подошли к организации данного мероприятия. В флешмобе участвуют студенты всех факультетов университета. Важно каждому гражданину своей страны знать государственные праздники, а также чтить государственные символы.